Поздравления с 80-летием Анатолий Леонтьевич принимал по телефону с самого утра. Звонили родные и друзья. А вот поздравления от коллектива стеклозавода он принимал лично. Вместе с представителями администрации предприятия в гости к юбиляру пришли работники Березовского горисполкома и председатель Лидского районного совета депутатов Инесса Белуш. С огромным удовольствием, Анатолий Леонтьевич, хочу вручить вам благодарственное письмо за тот вклад, который вы внесли во время работы руководителем предприятия. Стеклозавод в нем от 95 по 2002 год. Это значительный период времени. Вот. Ну и, конечно, в связи с юбилеем. Анатолий Жигало почти 40 лет проработал на стеклозаводе в Березовке. Он прошел путь от старшего товароведа отдела снабжения до директора предприятия. Возглавил его в январе 1995-го, а на заслуженный отдых ушел спустя почти два десятилетия. Те, кто работал с Анатолием Леонтьевичем, говорят, что он был инициативным руководителем, хорошо знающим производство. Продукция стеклозавода, выпускаемая в то время, была удостоена различных наград, что подтверждает ее качество. Изделия березовских мастеров знали не только в Беларуси, но и за рубежом. Сегодня бывший директор стеклозавода с ностальгией вспоминает тот период и традиции, которые были у коллектива. У нас появилась традиция на заводе. Елку в цеху зажигать тогда, когда выполнен годовой план. Цехом. Не сменой, а цехом. И вот вместе с правкомом мы пошли в один цех в пересменку, около 4 часов, в другой, в третий. Это людям понравилось, и мы продолжали, пока я на пенсию не пошел. Они встречали цеху с нами, им было приятно, мы подарки дарили. И Дед Мороз носил с собой мешок конфет. И в это время я почувствовал прилив сил, потому что люди зауважали за новизну. Раньше не было такого. Анатолий Жигало активно участвовал в общественной жизни. Он был депутатом Гродненского областного и Березовского городского советов депутатов и членом Березовского горисполкома. В 2000 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь». Анатолий Леонтьевич давно на пенсии, но о родном предприятии помнит всегда. Интересуется его развитием и жизнью коллектива. Он славился, коллектив. Получали ордена и медали еще на свете, что только можно было. И люди старались. То есть они видели связь эту между собой. Хочу пожелать людям здоровья и успеха в работе, зарплата, чтобы повышалась, потому что условия тяжелые. Когда в доме появились гости, Анатолию Леонтьевичу было сложно скрыть эмоции и слезы радости от того, что его не забывают. И если пришли поздравить, значит помнят, значит он в профессиональном плане все сделал не зря. Вот праздники заводские, не заводские, не забывают. А между праздниками есть жизнь. После ухода гостей Анатолий Леонтьевич еще долго вспоминал свои трудовые будни и делился воспоминаниями с женой и сыновьями. Было видно, что ему приятно вернуться в прошлое. Оно добавило положительных эмоций, которые 80 лет очень нужны и уж точно не повредят здоровью.